Добрый день всем на моем канале. Как вы, друзья, поживаете в период самоизоляции? Я вот много нахожусь сейчас дома, естественно, готовлю, стараюсь готовить что-нибудь полезное. Решила поделиться с вами рецептом капустного пирога. Готовила, честно, первый раз в жизни. Вроде как ничего сложного, но надо порезать капусту. Мой нож оказался туповат, достала, естественно, точилочку. Ножи у меня Тайкук, это нож Сантоку. Режет вообще отлично за счет вот этих углублений на полотне. Точится тоже очень быстро. И после вот такой коротенькой заточки резать уже, конечно, в разы удобнее. Доска у меня тоже бамбуковая Тайкук. В общем, небольшой кусочек капусты порезала. Пошинковала сначала вдоль, потом еще немножко поперек, чтобы короче были вот эти вот кусочки капусты, чтобы они были более такие однородные. Все-таки пирог у меня такой по типу киша, заливной. Немножечко капуста, конечно, уже позапрошлогодняя, пришлось ее слегка помять. Но это буквально там пару секунд. Помяла, посолила, поперчила. И, в принципе, капуста уже, можно сказать, была готова. То есть начинка для моего пирога такая очень простая. Это капуста, соль, перец и немножечко колдовства руками. Для моего пирога понадобилось 3 яйца. В принципе, потом в дальнейшем я подумаю, возможно, буду их немножко размешивать с немолоком или, ну, я молоко не могу пить, можно с молоком, наверное, но или с водой, потому что как-то вот мне хотелось, чтобы легче была вот эта заливка немного. Конечно, 3 яйца, они же очень плотные. В яйца вместо муки я добавляла протеиновый порошок от Nutrilite. Вообще предпочитаю им все, что, где можно заменять муку, потому что мука, в принципе, там для меня не очень, скажем, полезна, а протеин – это все-таки чистый практически белок, и на растительной основе вместе с капустой усваивается все это очень легко и хорошо, и пищевая ценность этой еды повышается просто в разы. Размешать вилочкой очень легко до состояния такой, ну, как бы жидкой сметаны. В холодильнике нашлось у меня 2 кусочка сыра небольших. В общей сложности, наверное, не более 100 грамм. В принципе, можно было и меньше сыра туда добавить. Но я весь потерла, который у меня был. И вот это количество сыра. Сыр, кстати, у меня был не такой, чтобы очень сильно выдержанный, такой самый обычный, по-моему, российский, там еще какой-то. И вот этот уже белок, протеиновый порошок я перемешала с яйцами и с капустой. И в своей любимой сковороде, самая большая сковорода, 30 сантиметров в диаметре у меня. У меня вообще все есть, конечно. Это такая уже пожившая у меня сковорода. Она боевая моя подруга. На ней постоянно жарю то оладьи, то ну, сырнички, когда вот дети приходят домой. И вот решила делать на ней же этот заливной пирог. Довольно густая такая у меня получилась смесь. Разровняла ее. Можно было капусты взять и больше. У меня получилось капусты не очень много. Ну, сколько было. Крышкой обязательно надо накрывать. Сковородку я просто поставила на разогреваться на среднюю мощность, на 5 из 10. И протерла растительным маслом. Через примерно 11 минут, 12, ну, это зависит от вашей плиты, как уже там поджарится одна сторона, с помощью тарелки перевернула на другую сторону. Не очень у меня это ловко получилось, но все закончилось без происшествий. Тарелка, я, сковородка, пирог, все было на месте. И когда уже перевернула, вот посыпала тертым сыром. Весь сыр, вот я почему говорю, что многовато сыра, потому что я в нем его сыпала, можно было, в принципе, сыра, наверное, меньше положить. В общем, сколько было, да, такое блюдо из того, что было. Вообще, я думаю, что, наверное, и кабачки подойдут для этого, не только капуста, но с кабачков, наверное, придется сливать воду. Вот крышкой я накрывала дважды, естественно, одну сторону и вторую, и 2 раза вытирала влагу с крышки, чтобы не было излишней влаги. Потом думаю, что, наверное, зря, потому что пирог получился такой плотненький.
Думаю, что в духовке он бы вообще был очень сухим. Отлично он приготовился, буквально за меньше, чем 19 минут. Очень вкусный, не очень толстенький мне получился, но это зависит от количества, конечно, капусты, сколько я положила. Я даже половину пирога не съела за целый день. Больше, в принципе, ничего не кушала, кроме завтрака. Считаю, что это очень питательное блюдо, очень легкое, бюджетное достаточно. И я думаю, что не особо нагружает организм, потому что капуста все-таки не сырая. Никакого животного тут, кроме сыра, нет. В общем, приятного всем аппетита!